Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату всем братьям и сестрам мусульман. Все, кто смотрит нас сейчас, хочу поздравить с окончанием священного месяца Рамадан, Ураза Байрам. Шумарна ждал обул дойл, хагн халу мели яздойл. Юх шаркаба дастала мукшала лойл. Пусть Аллах примет ваш пост, пусть принесенные трудности запишутся вам во благо. Пусть Аллах даст вам здоровье, чтобы держать и завершить пост и в следующем году. Праздник Разговения символизирует завершение священного месяца Рамадан, время духовного очищения, созидания и совершения добрых дел. Это благословенный день, наполнен глубоким смыслом, пробуждающим чувство милосердия и сострадания. Уважение и почитание духовных заветов предков, традиций своего народа. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной гармонии, тепла и согласия. Поздравляю вас с праздником Ураза Байрам. И от чистого сердца желаю, чтобы Аллах услышал все молитвы, чтобы на столе никогда не было пусто, чтобы в доме постоянно царила атмосфера счастья и блага, чтобы сердца всегда с радостью встречало гостей, чтобы в душе навечно поселился уют, чтобы всегда удавалось продолжать свой путь милосердным и добрым человеком. Пусть все светлые помыслы и добрые устремления этих дней станут вашим верными и надежными спутниками. Пусть в ваших домах всегда царит благополучие, спокойствие и достаток. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. قول لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.